Народные, эстрадные, энергичные, распевные для участниц хора «Русские напевы». Любой жанр по плечу. Несмотря на то, что вокалом тут занимаются серьезно, руководитель коллектива считает, что есть нечто более важное, чем звонкий голос. Есть разные руководители, кому-то важно, чтобы пели вот прям вот нота в ноту, вот четко, чтобы... Для меня это настроение. Настроение людей, которые приходят в хор, чтобы они приходили с удовольствием, чтобы они пели с удовольствием. И запоминали это состояние во время репетиции, также с удовольствием пели на концертах. Сейчас в репертуаре хора «Русские напевы» около 40 различных песен. Всего же за 10 лет существования исполнено более 120 композиций. Десятилетний юбилей, который хор «Русские напевы» празднует в этом году, как выясняется, дата весьма условная. История коллектива куда более солидная. До этого хор существовал, ему уже более 100 лет. Были периоды, 90-е годы, вы знаете, сложные, непростые годы. Да, период был, когда хор замолчал. В 2013 году мы собрались в помещении библиотеки. 2, 3, 6, 5, таким образом, порядка 15 человек у нас было в этом хоре. По сути, возродился хор случайно, но эту идею жители поселка Володарского горячо поддержали сотрудники местной библиотеки и Центра культуры и досуга Ладыгина. Часто в библиотеке посиделки устраивали, такие вот для себя вроде бы. Посиделки устроим, начинаем петь. Ну и так как-то случилось, что девчонки, давайте создадим хор. Давайте. И на одну как-то у нас репетицию пригласили батюшку. Он нас благословил. И наш хор до сих пор вот существует. Сейчас в коллективе 20 участников, еще 7 пока проходят обучение. Формируется хор тоже отчасти по воле случая. Но все, кто приходит сюда, остаются надолго. Идешь по улице, ой, девчонки, кто хочет, ну, я имею в виду подруг. Меня позвали, ну, и я также созываю в хор. 10 лет здесь у нас есть, по 10. Ну, вот я 7, а люди есть и по 5, и по 3. Сейчас коллектив активно концертирует, расширяет репертуар и даже снимает клипы. Одним словом, уверенно смотрит в будущее. Пойте вместе с нами! С юбилеем «Русские напевы». Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.